Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Зачастую это имя проявляет принцип доминирования, контроля и достижения. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Умеет достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Это прирожденные лидеры, жизненная задача которых – вести других к лучшему будущему. Узость интеллектуальных горизонтов, капризность, отсутствие здравого смысла, легкомысленное отношение к финансовым вопросам – такой человек живет исключительно ради денег, и вместе с тем он иногда расточительный и безответственный. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.